В поселке Сафоново состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная контрразведке и 80-й годовщине образования Главного управления СМЕРШ Народного комиссариата обороны СССР и 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступили УФСБ России по Северному флоту и Общественная организация ветеранов военной контрразведки органов безопасности. Погружение в историю начиналось для зрителей со входа в музей авиации Северного флота, где их встречало раритетное авто. Это автомобиль «Победа», ГАЗ-М20. Это автомобиль, который был выпущен после войны, разрабатывался во время войны, был выпущен после войны. Эта модель уже второго поколения, 56-го года выпуска, восстановлена из, скажем так, запчастей, собранных по всей стране. Дымок от походной кухни и сладкий аромат будили воображение. Что же кашеварят? Кашу гречневую с тушенкой. Вот. Сами-то пробовали? Любите такое? Конечно. Пробовали. Уже пробовали, да? Все вкусно у нас. Зрители просили сфотографироваться на память с ветеранами органов безопасности в форме военных лет. Она пошита из сукна, которое сохранилось на складах со времен войны. Это форма капитана НКВД образца 41-43 годов. Но главное действие было впереди. Бой советских контрразведчиков с отборными частями вермахта в исполнении реконструкторов. В поселке Сафоново проводится военно-историческая реконструкция, организованная контрразведкой Северного флота и приуроченная к 80-й годовщине создания СМЕРШ. В ходе реконструкции реконструкторы, а также военнослужащие Северного флота представят несколько эпизодов, в которых будет отражена боевая работа контрразведчиков Северного флота во время Великой Отечественной войны. Тогда и сейчас главной задачей контрразведки остается борьба с иностранной агентурой. Более 30 тысяч шпионов и диверсантов Абвера нейтрализовал СМЕРШ в годы Великой Отечественной войны. Такими результатами не может похвастаться ни одна спецслужба мира.